Евдокия Ивановна родилась в многодетной семье. Она была седьмой из 15 детей. Нелегкая доля выпала на ее хрупкие женские плечи еще в детстве. После окончания двух классов начальной школы Дуня взяла на себя заботы по хозяйству. Все делали. И полы мыли, и ткали, и пряли. Все и ткали. И на огороде работали, наверное? Молоко возили на рынок. Один раз повезла. А сколько вам лет было, когда вы молоко возили? Лет 13, наверное. Лет 13. И как получилось, нормально продали? Продали, разбила четверть, жалел до сих пор. Да. Три четверти везла. Не ругали дома? Дома не ругали? Да нет. Чем мать сказала? Ну чай, Дунька, опять надуим. Ну все понятно. Перед войной пошла работать на Муромский рубероидный завод, в горячий цех рабочая парадчицей. Села Петракова, где жила, проходила ежедневно 15 километров до работы. Замуж вышла за односельчанина Василия. Я завлекла. Да. Да, какой мужик хороший. А он моряк был с лентами, вот без козырки такой. Пошли плясать, Ольга, сестру мою. Говорит, поем. Я Сашоночку не люблю. Да я цыганочку. Подожди. Цыганочку. Он вот так вытрящил глаза, этот моряк, который играл. Ага. Вытрящил, а я чья девка-то? А я же Деревенская, и он Деревенская. Вот это Иван Николаева дочь. Вот какая веселая. Дуся. У почетной жительницы Мурома 40 лет рабочего стажа. Сегодня она проживает одна. Ее навещает правнучка, соседка и теща внука. Все они души не чают в доброй и отзывчивой женщине. Она как мать мне. Я ей желаю оставаться такой, какая она есть. А такая и есть буду. Простая, добрая. В свой день рождения Евдокия Ивановна принимает поздравления не только от родных и близких, но и от представителей администрации округа. Вот такой небольшой группы от имени главы, от жителей города Мурома, да и вообще нашего региона и всей нашей огромной страны приехали вас сегодня поздравить с 90-летием со дня вашего рождения. С юбилеем вашей жизни. Точно. Спасибо. Здоровья, благополучия, счастья, удачи. Живите долго. Ради своих близких, родных. Просто я решила жить долго. В числе подарков именные поздравления от президента России, губернатора области, главы города. Полная сила и энергия Евдокия Ивановна намерена встретить вековой юбилей. Ее жизнелюбие, непотерянный интерес к жизни – яркий пример того, как можно жить долго и счастливо, невзирая на все удары судьбы. За околицей солнце клонится, от березники тихо веет грудь. Сердце девичья затуманилось. Жду Васютку никак не дождусь. Регина Рукавишникова, Александр Симонов, Новости 24 Муром.